Давайте мы сегодня будем говорить на достаточно сложную тему. Может быть, впервые мы ее будем обсуждать, хотя многие слайды будут повторяться, и многие темы тоже будут в том или ином виде повторяться. И те, кто смотрел предыдущие наши эфиры, может быть, увидит что-то знакомое. Тем не менее, позиции наши несколько модифицировалось за это время, кое-какие вещи мы будем обсуждать как бы заново. Значит, сегодня тема у меня постковидный синдром или вторая волна инфекции, готовься, Аня, летом. Значит, я напоминаю о том, что конфликта интересов у меня лично здесь нет. Компании-спонсоры представлены на слайде, это Ascensia, Promicess, Nestlé, Medicase и OTC Farm. Моя лекция не имеет вообще никаких спонсорских, так сказать, связей. Кратко сегодня мы поговорим про инфекцию COVID-19 и тромбоваскулит, имея в виду головной мозг. Фактически речь идет о ковидном энцефалите. Мы дадим ему определение, характеристику. Дадим рекомендации по диагностике интенсивной терапии синдрома ДВС при вирусном поражении легких, особенно про раннее начало терапии антикоагулянтами поговорим. И дальше перейдем к постковидному синдрому, к его характеристике, диагностике и терапии. Ну и два слова буквально мы скажем о второй волне инфекции, потому что я ее, честно говоря, абсолютно не ожидаю. Итак, что же такое инфекция COVID-19? Ну, она вирусная, это понятно всем. Наверное, не нужно здесь ничего обсуждать. Но посмотрите, какие акценты я здесь расставляю. Я говорю, что это преимущественное поражение ткани нервной системы с развитием ковидной энцефалопатии или на самом деле ковидного энцефалита. Второе – это поражение легких, развитие дыхательной недостаточности. На самом деле все видели дыхательную недостаточность и поражение легких, и только на них сосредотачивались, тогда как главный это вопрос – это поражение головного мозга. И в основе патогенеза ковидных осложнений, ковидной инфекции – развитие ДВС-синдрома и тромбоваскулита. Это такая особая форма ДВС-синдрома. Собственно, это сегодняшняя основная будет магистральная тема для обсуждения в моем докладе «Тромбоваскулит». И прежде чем мы перейдем к обсуждению, я хочу пробежаться по атласу профессора Зратьянца. Он нам очень облегчил нашу работу, потому что более 2000 вскрытий, прекрасные фотографии, прекрасные картинки, по которым вы сами можете делать заключение, даже если вы не являетесь патологоанатомом. Ну вот, просто начнем про мозги. Там есть отдельный раздел. Читаем. Головной мозг, деструктивно-продуктивный тромбоваскулит, отек, диапедезные кровоизлияния. Так, сейчас я стрелочку включу. Включил, не вижу. Вот диапедезные кровоизлияния. Не включилось. Сейчас попробуем еще раз включить. Вот диапедезные кровоизлияния, вы видите, множественные, да? Дистрофические изменения нейронов. Следующий слайд. Опять тромбоваскулит. Множественные кровоизлияния, дистрофические изменения нейронов. Да, вы видите, вот этот красный включение – это эритроциты внутри ткани мозга. Следующий слайд – опять деструктивно-продуктивный тромбоваскулит, опять множественные диапедезные кровоизлияния в ткани мозга. Фактически вся ткань пропитана вот этими небольшими, это не инсульты, это все кровоизлияния мелкие, пропитана эритроцитами и, соответственно, дистрофией нейронов. Ну вот здесь вот вроде бы покрупнее кровоизлияние, уже можно говорить о каком-то очень небольшом по размере инсульте, ну условно говоря, инсульте, да, пропитывание тканей
эритроцитами. Видите, вот отдельно лежащие эритроциты красненькие. Опять же, это такое вот диапедезное кровоизлияние. Здесь мы видим полнокровие, тромбозы в сосудах. Вы видите, вот они здесь, эти сосуды. Здесь прекрасно видно, что сладж феномен – это фактически заиливание эритроцитов. Это и есть тема микротромбозов сосудов головного мозга. Ну, вот здесь тоже, видите, да, тромбы в процессе, в просвете сосудов с примесями эритроцитов, фибриновые тромбы. Ну, отек хорошо виден здесь, все ткани сжаты и изменения нейронов. Значит, если мы говорим вот о таком пробеге, да, по морфологии, то мы видим множественные микротромбозы в сосудах, сладж или заиливание крови – это образование монетных столбиков, эритроциты не проходят по мелким сосудам. Множественные мелкие кровоизлияния, в том числе диапедезные, что принципиально важно, потому что диапедез – это прохождение эритроцитов через неповрежденную сосудистую стенку. То есть нет разрыва сосудистой стенки, а эритроциты покидают русло крови и оказываются в тканях. Выраженный отек ткани и дистрофия нейронов. Все это характеризует процессы, которые происходят в головном мозге при ковидной инфекции. Как же себя поведет мозг в таком вот, в таких условиях тотального поражения, когда все буквально пронизано кровью и отеком? Ну, два термина. Энцефалопатия – это вторичное состояние, органические поражения головного мозга, в том числе при инфекционных заболеваниях. Ну, а энцефалит – это все-таки воспалительное поражение головного мозга, в том числе специфическими возбудителями, в том числе вирусами. В некоторых случаях эти возбудители не установлены. Но разница между этими двумя терминами стоит в том, что энцефалит – это воспаление, апатия – это некое, ну, состояние души. Энцефалиты считаются тяжелыми, а энцефалопатия – относительно легкими состояниями. Ну, так вот принято. Мне кажется, что все-таки мы говорим о ковидном энцефалите, то есть воспалении в тканях нервной системы, в первую очередь головного мозга, на самом деле это касается и других систем, автономной нервной системы и периферических нервов. Вот. Но поскольку мы видим морфологический субстрат воспаления, он четко показан в атласе Заратьянца, то я думаю, что мы должны присвоить этому явлению название ковидный энцефалит. Виды энцефалитов первичные, то есть непосредственно связанные с поражениями вирусами или микробами, например, при септом тифе, при сифилисе. А есть вторичные, да, и их гораздо больше, и мы их лучше на самом деле знаем, чаще видим. Это вирусные при коре, при ветрянке, при гриппе, обращаю ваше внимание, грипп тоже дает энцефалиты. Поствакцинальные энцефалиты, особая группа, мы в конце будем об этом говорить, про вакцины, это не очень хорошо, не есть хорошо, ну и так далее. Что такое тромбоваскулит? Это воспалительное изменение сосудистой стенки мелких сосудов, сопровождающиеся тромбозами и кровоизлияниями. То есть это рассматривается как вариант ДВС-синдрома. Изменение сосудистой стенки при ковидной инфекции обсуждается повсеместно. Это и выброс фактора Виллибранда в кровоток, и появление его, опять же, в атласе Заратьянца, прям окраска в сосудах, в мелких сосудах. Это эндотелин, различные термины, эндотелиоз используется, все это характеризует поражение сосудистой стенки мелких сосудов. Причины вирусные, бактериальные, иммунокомплексные, и на это надо обращать особое внимание, потому что, скорее всего, мы сталкиваемся с иммунокомплексной патологией, которая сейчас будет развиваться,
Это может быть антифосфолипидный синдром, имеющий явную тропность к сосудам мозга. Это описано исходно даже при самом начале обсуждения антифосфолипидного синдрома. И напомню, что антитела к фосфолипидам обнаружены у 80% больных с ковидом. Ну и среди вот наиболее известных таких тромбоваскулитов – это геморрагический васкулит или болезнь Шеллен-Геноха, которые одни относят к сметическим дефектам, другие говорят о тяжелейшем течении с развитием почечной недостаточности. Но все зависит от форм. Но если вы посмотрите аналогии, то очень многие вещи совпадают с теми вещами, о которых мы говорим при геморрагическом васкулите и при энцефалопатии ковидной. Конечно, они разные совершенно, но тем не менее некие общие вещи есть. В принципе, васкулиты нервной системы хорошо известны. Они описаны при ревматизме, при системной красной волчанке, при артериите, при различных вирусных инфекциях и даже туберкулезе и ТИФе. Синдром Гиена-Барре тоже относится к вопросам, связанным с васкулитами. Если начать изучать описание, то там вы увидите, как правило, тяжелое состояние. Но мы же знаем, что тяжелое состояние – это всегда верхушка айсберга. А на самом деле большая часть или большая часть проявлений заболеваний, они носят малосимптомный характер. Утверждается, что церебральный васкулит – это труднодиагностируемое заболевание, которое не имеет уникальных клинических проявлений и лабораторных или инструментальных подтверждений. Мы сейчас с этим сталкиваемся, что подтвердить васкулит лабораторно, инструментально практически невозможно. Хотя есть, например, вот работы, они уже появились по изучению спинальной жидкости, ликвора, в котором появляются какие-то воспалительные изменения. Но ведь всем же подряд мы делать не будем пункцию люмбальную и проверять ликвор. Поэтому в основном это, к сожалению, остается за пределами каких-то лабораторных инструментальных вещей. И поэтому мы говорим о том, что диагноз должен устанавливаться клинически по совокупности симптомов, которые формируют образ болезни, о котором рассказывал много раз мой отец Андрей Иванович Воробьев. Образ болезни – это такая, в общем, довольно понятная вещь, сочетание различных клинических проявлений, иногда с лабораторным подтверждением, если они есть. И мы ставим диагноз именно на основании образа болезни. Часто мы имеем сочетание тромбоваскулита с поражением нервной системы и с поражением кожи. И это тоже очень важно, потому что мы говорим о генерализованном процессе, о генерализованном поражении различных мелких сосудов в различных органах, и, соответственно, они проявляются по-разному. Но поражение кожи – это то, что мы можем хорошо увидеть. Какие признаки ковидного энцефалита, тромбоваскулита? Вот этот слайд уже частично был в предыдущих лекциях, и я об этом несколько раз говорил, что мы впервые описали некоторые вещи. Резчайшая головная боль, не соответствующая интоксикации. Самое звучное, что я слышал, ударили битой по головой. Резчайшая слабость. Люди не могут подняться с кровати. Они даже в кровати находиться могут с трудом, настолько выражена слабость. Она ничему не соответствует, ни температуре, ничему. А нам отдельное мучительное свойство этой болезни. Появление ярчайших снов и видений. Удивительно, что этого никто не описывал. И вот сейчас мы в нашем опроснике Medicase вставили этот вопрос, и очень многие люди говорят: да, действительно, мы стали видеть такие вещи, которых никогда в жизни не видели. Кстати, они очень быстро проходят. Потеря ориентации во времени, спутанность сознания, тяжелая депрессия, суицидальные мысли. У огромного процента людей возникают мысли о смерти. Плаксивость, нарушение настроения, нарушение жизнедеятельности, ритмичности, да, бессонница, смена дня и ночи, сонливость днем. Очень важна терморегуляция. Очень многие говорят про температуру, что она не контролируется ничем.
И это действительно важная вещь, потому что это центрального генеза температура. Я напомню, что есть вот такое понятие, как установочная точка в гипоталямусе. Это некий регулятор температуры, который можно повернуть вправо, влево, усилить продукцию или усилить теплоотдачу, и, соответственно, будет повышение, снижение температуры. И вот от того, как работает эта установочная точка, собственно говоря, и зависит наша температура. Если вот это все эндогенные, экзогенные, пирогены, макрофаги воспаленные, простагландин Е2 и так далее, все это воздействует в конечном счете на установочную точку, и она считает протекающую кровь либо нормальной, холодной для нее, и поддерживает это, либо наоборот горячий, тогда начинает снижать температуру. И здесь вот обращаю ваше внимание. Те антипиретики, которые используются обычно, парацетамол, ибупрофен, там что-нибудь еще, они все воздействуют на ранние этапы формирования температуры. Они не воздействуют на установочную точку. То есть они все работают в кровотоке. Фактически они все противовоспалительные вещи регулируют. И только три препарата, известные мне на сегодняшний день, это спирт, водка, коньяк, виски, глюкокортикостероиды и анальгин непосредственно воздействуют на установочную точку, то есть непосредственно воздействуют на центральный механизм регулирования температуры. Это принципиально важно, потому что вот когда мы говорим, что не снижается она с применением парацетамола, так потому что болезнь-то вот здесь, а здесь пока еще более-менее все спокойно. И здесь вот нужно пытаться воздействовать на головной мозг, в том числе на гипоталямус. Ну, дальше идут вестибулярные нарушения, нарушения слуха и зрения. Очень важно нарушение регуляции артериального давления, гипертонические кризы, гипотонические состояния, нарушение регуляции ритма сердца. Это уже начинается поражение автономной нервной системы. Нарушение дыхания, заложенность груди, чувство нехватки воздуха, бронхоспазмы при, в общем, нормальной сатурации. Интересное нарушение менструального цикла. Ну, я по каждому готов это комментировать, по каждой позиции, но вот это я бы выделил в отдельную тему, потому что это касается огромного количества женщин, и у них не только нарушается цикл, но и вся эта симптоматика циклично завязана на менструальные сроки. Нарушение прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту. Так, что-то у меня куда-то перестал двигаться. Ну, крайними выражениями ковидного энцефалита являются некротическая энцефалопатия и инсульты. Поражение автономной периферической нервной системы – это полиомиелиниты, синдром Гильен-Барре, нарушение регуляции деятельности внутренних органов, тонуса, ритма сердца и так далее. Ну, вот такие проявления. Можно ли это увидеть? Ну, вот здесь грипп H1N1, не совсем может быть ковид, но тем не менее, поскольку это очень близкие темы, вот вам некротическая энцефалопатия. Да? Ее прямо хорошо видно, вы видите вот белые эти пятна на МРТ. Прекрасно здесь все это видно, и терапия была с применением пульс-терапии метилпреднизолоном, плазмаферез, гемодиафильтрация, потому что была острая почечная недостаточность, и человек через 6 дней был снят с ИВЛ, и через 2 недели вышел из отделения интенсивной терапии. При том, что обычная летальность 30% при некротической энцефалопатии, но видите, вот все-таки активное воздействие на систему свертывания, она через плазмаферез на иммунный процесс, она позволяет этих больных вылечивать. Следующий снимок из уже современной патологии – это аносмия, то есть отсутствие запахов при ковидной инфекции. Видите, вот здесь тоже изменения, они достаточно характерны, достаточно четко выражены. Кстати говоря, они очень быстро ушли самостоятельно, как и ушли симптомы, собственно, аносмии. То есть речь идет о том, что мы можем видеть вот эти вот морфологические изменения, которые были вам представлены раньше,
И с помощью современных технологий, с помощью магнитно-резонансной исследований. Почему мы за это взялись? Ну, потому что мы применили терапию ДВС-синдрома с очень высоким эффектом при гриппе H1N1, снизив летальность 10 раз, но ничего не написали, ни научных работ, ни клинических рекомендаций. И мы понимаем, что все механизмы реализуются через ДВС, и они все стереотипны. 25 января этого года мною было высказано соображение о том, что нужно лечить ДВС-синдром, что он является ведущим признаком, ведущим синдромом в ковиде. И ну, наши сопротивляются, продолжают сопротивляться, активно отрицают ДВС-синдром. Хотя сегодня таких работ очень много, и плазмаферез уже применяется много. Поэтому МГНОТ, Московское городское общество, взяло на себя создание рекомендаций по интенсивной терапии. Мы расширили показания до профилактического применения антикоагулянта на ранних стадиях заболевания. Было обосновано развитие ковидного васкулита с поражением различных органов и систем, в том числе головного мозга. И тогда же впервые мы предложили применение антикоагулянтов в постковидном периоде. На сегодняшний день подробно отслежены десятки больных, которые получают терапию антикоагулянтами на ранних стадиях развития заболевания. Мы используем здесь телемедицину весьма успешно. Больные ежедневно рапортуют о своем состоянии. Мы оцениваем в шкалах, в баллах динамику. На что я бы обратил внимание, литическое снижение температуры от мгновенного до 3 дней. Это не антипиретическое действие антикоагулянтов, как можно было бы проспекулировать, а это именно воздействие на микроциркуляцию в мозгу, и сразу просветляется голова. Тоже очень многие говорят, мгновенно идет просветление головы, исчезает депрессия, исчезают ненормальности в поведении. Мы не видели ни одного случая прогрессирования заболевания. Это тоже принципиально важно, хотя я понимаю, что для evidence-based medicine это может быть не очень убедительно, потому что у нас только случаи, а никаких контролей нет. Но, тем не менее, вот все, что мы видим, это локализуется буквально, мгновенно сворачивается в течение 1-2 дней. Вот. И очень высокая чувствительность растворимых комплексов фибрин мономеров против D-димера, о чем я уже не раз говорил. Вот короткая история болезни. Это один из первых пациентов. 1 мая положительный ковид. Температура 39. Парацетамол снижает до 38. С 6 числа назначаем прямой антикоагулянт. С 9 температура 36,5. Ну, вот 3 дня прошло. 2 дня на самом деле. Вот. И я снизил дозу. Ну, думал, что ж там, получили хороший эффект. Тут же температура поднялась, буквально через пару дней увеличиваем дозу до исходной, и дальше нормализация температуры, и человек выздоравливает. Не очень быстро выздоравливает, но выздоравливает. А вот и васкулит, это тоже наше собственное наблюдение. Очень интересно, это картинка типичной крапивницы на пиксабане. Вот она появилась, 3 часа прошло, она исчезла. Ну, понятно, возникает вопрос, что нужно отменять препарат, потому что, ну, крапивница опасна. Не отменяем. На следующий день опять рецидив, опять 3-4 часа с зудом, классическая крапивница, опять она проходит. Дальше все лечение было уже совершенно без всякой крапивницы. То есть это какие-то странные такие вспышки васкулитов, не очень объяснимые. Ну, поражение, я это показывал уже слайд не раз, это тяжелые поражения, вплоть до некротизирующих поражений, появление различных пятен васкулитных. Их довольно много, таких слайдов, и у нас уже их довольно много. То есть это вот сочетание, еще раз повторюсь, поражение головного мозга и поражение кожных покров. Естественно, мы легкие просто не трогаем, они тоже поражаются. Но далеко не у всех. Вот это интересно, что чаще все-таки больные идут с симптомами ковида. Кавасаки-подобный синдром, тоже тяжелейший такой вариант васкулита.
с поражением средних и мелких артерий встречается обычно у маленьких детей. Зафиксированы случаи, к сожалению, смертельные в Москве. Лечение не до конца разработано. Это иммуноглобулины, глюкокортикостероиды в больших дозах и плазмаферез. Какие же признаки постковидного синдрома на сегодняшний день мы можем выделить? Значит, это приступы. Это что значит? Почему он сам куда-то делся? Это приступы головной боли, это приступы слабости, это депрессия, нарушение настроения и плаксивость, нарушение ритма в жизнедеятельности, о чем я уже говорил, нарушение терморегуляции, приходящая субфебрильная гипертермия, гипотермия, необъяснимые познабливания и ночные поты, не связанные друг с другом, это две разные вещи, парестезии, вестибулярные нарушения, нарушение слуха и зрения, нарушение регуляции давления, это гиперкриза, гипотонические состояния и ортостатические состояния, нарушение регуляции ритма сердца, аритмии, дыхательные нарушения, заложенность груди, нехватка воздуха, бронхоспазмы, нарушение менструального цикла, нарушение прохождения пищи по желудочно-кишечной тракту, резкое снижение толерантности к физической нагрузке и кожные васкулиты. Вот это все в сумме и образует тот образ болезни, о котором я говорил. Каждый из этих признаков может быть совершенно, так сказать, отдельным. Мы можем обсуждать до бесконечности их, но в совокупности, когда люди говорят о том, что у нас есть и это, и это, и это, то это, наверное, все-таки о чем-то говорит. И вот есть такая закрытая группа нетипичный коронавирус, обмен опытом, в которой состоит, если я правильно понимаю, там 1500 человек со всего мира. И вот что они проводили опрос, какие симптомы есть у людей, и обращаем ваше внимание. Но здесь не 1000 человек, не 1000 ответов. Максимальная – это усталость, слабость, колебания температуры, ознобы, миалгии, затруднение дыхания, жжение в груди, сухость во рту, глотательные спазмы, искажение в горле, вкус, извините, аритмия, больше чем у половины ответивших, ну и так далее. Раздражительность, возбужденность, бессонница, тоже половина людей, головная боль, различные, вообще болей очень много, это миалгические, в костях и по ходу вен. Описаний очень много, и они требуют отдельного, наверное, изложения. Нарушение зрения, чувство потери опоры, обратите внимание, да, то есть головокружение, такое шатание, неуверенность походки, трудно спускаться по лестнице и так далее, и так далее. Вот. Чувство нехватки воздуха, вот именно чувство, да, потливость, зуд и так далее. Особенности постковидного синдрома, который мы сейчас обсуждаем. Течение волнообразное, многие месяцы. У некоторых респондентов до 5 месяцев уже продолжается эта свистопляска. То есть то становится лучше, то все становится гораздо хуже. Есть четкая связь обострений с инсоляцией, как минимум кожных проявлений, это замечено Натальей Георгиевной Ленской. Физическая нагрузка, психоэмоциональные реакции тоже влияют на эти обострения. Что будет при вакцинации, страшно подумать. Нет четких критериев диагноза. Все носит описательный характер жалоб больного. Поэтому, к сожалению, чаще всего к ним плохо относятся. Нет никаких четких методов подтверждения воспалительного теста, они не работают. То есть обычный ЦРБ, там, фибриноген и так далее не работают. Попытки сделать более изощренные исследования, например, фактор Виллибранда, ну, не знаю, я не уверен в том, что это целесообразно. Немножко чаще, мне кажется, есть растворимый комплекс фибриномеров. Врачи все списывают на астенический синдром, на вегетососудистонию. Но я напоминаю слова великого Дмитрия Дмитриевича Плетнева. Кто нам дал право не верить больному, что и как у него болит? Мы должны, к сожалению, верить пациенту. Хотим мы того или нет, пациент во главе угла. Не мы с нашими знаниями, незнаниями и всем прочим багажом, а именно пациент. Поэтому давайте мы будем танцевать от этой печки. Поэтому гипотеза состоит в том, что постковидный синдром – это хронически протекающий тромбоваскулит с преимущественным поражением нервной системы, головного мозга, автономной периферической системы и кожи. Почему и кожи? Потому что мы видим высыпания, которые достаточно часто рецидивируют, и они очень характерны.
Есть такой не очень любимый в России синдром хронической усталости, тоже благодаря группе вот этой закрытой я вышел на эту статью. И обращаю ваше внимание на симптомы. Утомляемость, сложность концентрации внимания, головная боль, боли в горле, болезненные лимфоузлы, но это уже довольно объективный признак. Миалгии, боли в суставах, лихорадка, тоже объективный признак. Нарушение сна и так далее, и так далее. Не все совпадает, но очень похоже. И в данном случае обсуждается в этой статье низкий уровень ацетилхолина, но я думаю, что это следствие, а не причина развития синдрома хронической усталости. Я думаю, что синдром хронической усталости тоже когда-нибудь сомкнется с этими энцефалитами. Мы умеем лечить тромбоваскулит хронически. Вот это тут ничего не сделаешь. Почему я про это все рассказываю? Не потому, что мне хочется для красного словца рассказать, как это выглядит. Значит, тромбоваскулит лечится прямыми антикоагулянтами. Это апиксабан амбулаторно 5 мг 2 раза в сутки или ривроксабан по 10 мг 2 раза в сутки не менее 2-3 недель. Плазма ФРС. Около литра за процедуру, будьте добры. Процедур не меньше 5. Частота через день и замещение физраствором. Не надо изгиляться по поводу плазмы свежезамороженной, альбумина и так далее. Литр абсолютно безболезненно, он не снижает уровень белка. Это проверено, это у меня в диссертации очень хорошо обосновано. Можно посмотреть динамику всех иммуноглобулинов и так далее, и так далее. Все мгновенно восстанавливается. И стероиды, я к ним отношусь не очень хорошо. Они играют при тромбоваскулите вспомогательную роль. И на самом деле, вот если мы говорим про геморрагический ускулит, они там вообще не нашли своего места. Он не лечится, не идет на тромбо, на стероидах. Да, вначале можно получить эффект, но потом, к сожалению, этот эффект ускользает. Симптоматическая терапия. Нужно устранять тревогу любыми доступными способами. Например, валерьянкой. Всем, чем хотите. Это нужно снимать, потому что это, конечно, тревога добавляет всем радости. Бета-блокаторы могут помочь, тахикардия, кардиалгия. Они известны по своей эффективности при климактерической кардиопатии. Поскольку я нахожу очень много симптомов общих, то думаю, что здесь бета-блокаторы надо испытывать, надо смотреть, как они влияют. По данным Талипова, это из Киргизии доктор, коллега, мелатонин для нормализации циркадного ритма. Он пишет, очень хорошо помогает. Медленное, но постоянное, извините, без запятой, упорное расширение физических нагрузок, плавание, ходьба и так далее. Не нужно сильно быстро двигаться в этом направлении. Дыхательная гимнастика не столько для легких, сколько общеукрепляющая. Различные способы дыхательной гимнастики, мне кажется, что тоже они будут полезны. Я бы не стал на этом останавливаться, потому что я не специалист лечебной физкультуры, но тема эта существует, и она работает. Массаж глазных яблок и каротидной зоны. Это неожиданная, может быть, для вас тема, но связана она с тем, что мы говорим об автономной нервной системе, она вот стимулируется вот этими массажами. Вот. Пытаться, мне кажется, что можно и нужно. Питание мы обсуждаем сегодня отдельно, поэтому профилактика. Избегать прямых солнечных лучей. Это было замечено Натальей Георгиевной Ленской. Тут абсолютно полный консенсус. И многие говорят о том, что инсоляция вызывает обострение всех симптомов. Ну, другие источники ультрафиолета, их не так много, тем не менее, тоже уже замечены в своей отрицательной деятельности. Исключить прививки. Друзья мои, у нас впереди прививочный против гриппа сезон. И если мы сейчас начнем всех подряд колоть прививками, я не знаю, чем дело закончится. Напоминаю, что прививки – это мощный удар по иммунитету, совершенно не позитивный, и могут быть неприятности. Исключить любые известные вам аллергены. Ну, это очевидно. Еще раз повторю, не стремиться к физическим нагрузкам через силу. Да? Постепенно, медленно, у каждого свой ритм. Наверное, можно это делать с специалистами. Ну, в общем, и снизить уровень стресса, постараться относиться к происходящему ровнее. Я понимаю, что это проще посоветовать, чем сделать, но тем не менее.
Про вторую волну ее не будет, поскольку у нас не было локдауна, мы явно накопили популяционный иммунитет. Цифры, мои оценочные суждения совпадают с цифрами Собянина, все над ними смеются, но я думаю, что 60% уже в популяции точно имеет иммунитет, как Т-клеточный, так и Б-клеточный. Но осенью начнутся другие инфекции, обычные, сезонные, готовы ли мы к ним, я не знаю. Значит, точно нельзя всех госпитализировать подряд. Нужно минимизировать госпитализацию, учитывая энцефалит с психическими проявлениями, класть реально только тяжелых, действительно с нарушенной уже сатурацией, и наладить амбулаторное лечение, раннее амбулаторное лечение антикоагулянтами всех с ковидными проявлениями. Тогда точно будет мало тяжелых пациентов. Ну и выявлять, лечить постковидный синдром, а не отмахиваться от него, не писать, что его не существует на свете. Выросла новая генерация участников, интернет-сообщество пациентов. Я наблюдаю за этой тенденцией уже последние несколько лет. Они гораздо более активны, быстрее воспринимают новые подходы, чем медицинские сообщества, менее зашорены теориями и корпоративными решениями, легко собирают и легко распространяют информацию по всему миру, но не очень умеют решать вопросы и, кстати говоря, не умеют взаимодействовать с медицинскими сообществами, с врачами, да, потому что есть некая конфронтация, она прямо вот чувствуется все время. Ну, будем работать над этим, это взаимное сближение. Вот, поэтому мы сегодня имеем огромный задел неформальных подходов, которые работают. Мы можем сказать, что все, что мы сделали, оно так или иначе услышано, прошло, и мы считаем, что в этом направлении надо двигаться и дальше. Вот, собственно говоря, весь мой доклад на сегодняшний день. Сейчас я попробую пролистать ленту. Что-то она мне не очень листается. Так, может быть, кто-то это... Андрей, ты не можешь сделать это за меня и зачитать? Ну, потому что оно просто не читается. Да. Вопрос от Ирины Зеленской. Доброе утро. Перечисленные психические расстройства не специфичны, ни в коем случае не должны применяться для диагностики ковидного поражения сосудов мозга. Не должны. Не должны. Ну, я тут, к сожалению, не могу согласиться, потому что образ болезни рисует, что это должно применяться. И во всем мире к этому все-таки относится обычно с некоторым пиететом. Геннадий Иванов, возможно ли получить вашу электронную почту, чтобы поделиться результатами, созвучными вам озвученными? Ну, напишите свою почту, мы вам пришлем. А я могу вынуть почту хорошо. Из профиля, да. И переслать тогда. Хорошо. Ирина Зеленская еще вопрос задает. Кожа и мозг развиваются из одного зародышевого листка и поражаются ковидом совместно. Ну, это очень глубоко. Может быть, я не буду возражать. Но я так глубоко не копал. Александр Клюх. После начала приема бета-блокатора мне стало легче. Ну, замечательно, то есть подтверждает мои слова. Ирина Зеленская продолжает. Валерьянка снимает тревогу весьма условно, и через 10 дней регулярного приема психиатр. Может быть, транквилизаторы? Ну, может быть. Но я не очень большой любитель сразу назначать транквилизаторы. И это не моя тема, друзья мои. Я к тому, что нужно тревогу пытаться снять. Как? Хотите какими-то психоделическими вещами, хотите аутотренингом, хотите психиатром. В данном случае не так важно. Доказано ли отсутствие гипериммунной реакции в легких, как вы говорили? От той же Ирины вопрос. Я, честно говоря, не очень понял, как... Гипериммунная реакция, вы имеете в виду то, что называется цитокиновым штормом, но вроде все это... Гипериммунная реакция в легких, как вы говорите? Гипериммунная реакция в легких. Нет, это цитокиновый шторм, то, с чего начинали все обсуждать, и при этом применяется и плазма ФРС, и большие дозы гормонов, пульс-терапии, которые рекомендовал профессор Зайцев Андрей.
Мы просто этот вопрос не затрагивали в данной лекции. В предыдущих лекциях я об этом говорил. Елена Загорская. Педиатры, к сожалению, в этот непростой период настоятельно рекомендуют соблюдать календарь прививок. Это как? И здоровым, и выздоровевшим по окончании заболевания через 2 недели. Ну, вы понимаете, я боюсь, что мы можем иметь неприятности с прививками. Вот и все. Решайте сами, соблюдать, не соблюдать. Смирнов Виталий. Есть какой-то прототип лечения антикоагулянтами амбулаторно? Прототип лечения изложен в наших рекомендациях по лечению ДВС-синдрома при респираторных инфекциях. Там все дозы прописаны, все препараты прописаны. Кроме апиксабана, там еще 2 препарата есть. Я добавлю, что в чате я выложил ссылку на рекомендации. Так. Амир Талипов. Спасибо, Павел Андреевич. Мои добрые, теплые приветы коллегам. Мария Прохорчик. Кому и как амбулаторно назначать антикоагулянты? Что? Кому? Кому и как амбулаторно назначать антикоагулянты? Наверное, туда же вопрос к клиническим рекомендациям. Ну, вот я считаю, что если есть постковидный синдром, который я сегодня попытался описать, то нужно назначать антикоагулянты. Хотя бы на 2-3 недели. Смирнов Виталий. Насчет зародышевых листков поддерживаю мысль слушателя. Наталья Гурова. Спасибо, Павел Андреевич. Все понятно. При ковидном васкулите при уровне цирреактивного белка 40 показаны глюкокортикостероиды или достаточно антикоагулянты 3 недели? У меня нет опыта, поэтому мы сейчас только приступаем к апробации этой технологии. Может быть, позже я вам скажу. Но я еще раз повторяю, что при тромбоваскулитах стероиды работают плохо. Пытаться, ну, если хотите, можно. Антикоагулянты в этом плане менее опасны, менее проблематичны, потому что от них можно легко уйти, и никаких не будет вопросов. Но если вы там несколько дней попробовали антикоагулянты, и у вас нет эффекта, ну, пытайтесь стероиды. Ну, вообще-то говоря, я больше привержен плазмаферезу. Дарья Сергеевна Дармадихина. Аспирин имеет какой-либо эффект на постковидников? Думаю, последний что вопрос. Думаю, что нет. Вот еще вопрос от Анастасии Коломенской. Добрый день. Роль ГЭРБ. ГЭП. ГЭРБ это... Не ГЭРБ, а ГЭП. Я не вижу написания. В вопросах. Ну, я не вижу написания, поэтому не знаю. ГЭБ. Гематоэнцефалический барьер, о чем речь идет? Возможно. Ну, я не знаю. Ну, по короткому вопросу трудно понять. Так, вот у меня держится температура 37 месяцев после заболевания. С чем это связано, как быть? 37 – это нормальная температура. Если ничего больше нет, то не стоит на это обращать внимание. Если есть какие-то другие признаки постковидного синдрома, тогда это вопрос для обсуждения терапии.